Всем привет. Сегодня мы сыграем Don't Starve Rocket Edition. Я не знаю, что это. Клай Entertainment. Pocket Edition. И короче, давайте начнем без промедления. Новая игра. Выберите режим игры. Классический. Оригинальная беспромисная игра про выживание в дикой природе. Расслабься и исследуй мир. Ну давайте классический. Давай. Персонаж. У нас один. Вот он. Ученый джентльмен. Я держу верх силы своего разума. Отращивает великолепную бороду. Он? А, Вильсон. Случайно. Ну давайте. Внимание. Region of Guns включено. Don't Starve. Это расширение специально для опытных игроков. Don't Starve. Его можно отключить перед начальной игры. Хочешь продолжить со включенным расширением Region of Guns? Ну, не знаю. Я еще не опытен. Ну, давайте нет. Создаем мир. Я не знаю, что это. Описание сосны. Ставка теории игры. У тебя это вот еще. Тебе лучше поискать что-нибудь съедобное для прихода ночи. Хорошо. Где? Так. Что делать? Бей по глазам. Возьми цветок. А зачем? Цветок. Еще. Топор. Руби деревья. Палки и камни. А еда? Семена. Где я? О, ягоды. Давай. Есть. Вкусно. Палки. А камень найти можно? А где же? А где мы, да? А он тут был. А теперь нет. Отсюда можно. Я думал, это... Вообще море. Зачем трава?
А есть камни. 200 IQ. О! Топор. Хоп-хоп-хоп-хоп. Руби. А. Изи. Шушка. Бревно. Руби. Я пригласил. Руби. Это по типу выживалки. Но оно было популярно. Чё это? Ладно, давай посмотрим. Я знаю, тут монстров много. А зачем я бревна собираю? А, для костра. Костер. Что это? Костер. Светит, пока горит. Логично. Давай. К дому пойдем. А где мой дом? В смысле? Я пришел в конец? Я не пил. Где он? Вот он. Нет. Без разницы, где же. Ай, тут. Отлично. А можно не тыкать на эту кнопку. Просто тыкнешь на куст, он собирает трава. Руби. Класс. Уже вечереет. Темнеет. Костер есть. Давай. Топор. А кирка. Еще камень. Я надеюсь, отбиваться не нужно. Это будет ему урока. Зачем? Интеллект понижается. Нет. Трава. Не успел. Он был срублен в рассвете всей силы. И что ты намекаешь? У меня ягоды есть? Помню, есть. Опять костер, что ли? Факел. О. Строй. Пойдем. Что тут есть? Ёлки. Не надо не забыть, куда костер делать. Это тропинка? Куда она идет? Там гель выросла. Что происходит? Ударить? Идем по тропинке, да. Ура! А куда мы идем? Тропинка. Конец. Пошли обратно. А мне зачем тут тусить? А чем отличается этот лес от этого? Тут по сути одно и то же. Кирка нужна. А ну-ка травы. Давай снимем. А это что? А, карта. Ну пошли обратно. Сейчас ночь будет. Я надеюсь, ночью будет что-то жесткое.
Значит, мы снова. Бежим. Ну где? Еще далеко. Бежим, бежим, бежим. А где факел? Он закончился? Так быстро. Блин, ночь, 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 ночь. Ночь. Ничего не вижу. Здесь слишком темно. А ты факел сделал? Сделаешь? Уйди. Пожалуйста. Спасибо. Факел. Костер. Ну хотя бы костер. Я смогу много видеть. А чё так темно? Всё в сером. Темно. Окей. Топор скоро закончится. Давай. Ну, ягоды, наверное, есть. А то я голодаю. Вот тебе бы природа. Да, ягоды съем. Посмотреть. Красные ягоды на вкус лучше всего. Сесть. Вкусно? Посмотреть. Каждая скрытка крохотная тайна. Лепестки. Посмотреть. Я показал всем цветам, кто тут главный. Я съед... Да, после съедания цветов у меня интеллект понизился. Это как-то связано. Типа мне не видно. Я хочу пойти рубить. Это ночью дровосек. А шишка. Я слышу, как в нем бьется маленькое дерево, которое хочет выйти наружу. А это? Добавить горючий. Шишка. А если съесть? О, посади. Давай посажу. Сюда. Сюда. Оставь горючего. Кучу. Добавить горючий. Еще. День. Посади. Да. Что за звук? Сохранение? Зачем? Зачем? А какая цель? Нам оставил этот дед что-то. Мир первый. О, вот оно. Озеро. Что тут еще есть? А лодку можно построить? Камень. Не забываем. Умножим. Хорошо. Готов. Руби, руби, руби. Руби, 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 руби. Оно все сосново. Я сломал топор. А можно сделать новый? Новый есть. Камень трачу. А ты не сделал? Делай. Давай. Опа. Руби. Давай, давай, давай. Бери камень. Где-то костер у меня лежит. А я не знаю где. Пошли дальше. Пусть покушаем. А еще есть? Все. Это все границы. Кустики. Надо взять. А то еды совсем нет. А надо бы есть хотя бы что-нибудь. Ладно, мы достигнем. Что это?
Тихо! Иди сюда. Ты трогайте меня! Затопчу насмерть! Что это? Пучу. Паутина. Паутина. Вот это приключение. Что это? Бью по глазам. Бью. Паутина. Тут мог появиться большой паук. Он страшный. Наверное, нет. Если эти такие мелкие, надо похавать. Можно все съесть. Ешь. Идем домой. И тогда можно закончить на сегодня. Бежим, 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 бежим. Где мы? Нам вообще вверх. Ну ладно, посмотрим еще тут. Ты кто такой? Ты что такое? Ты что такое? Ты что такое? Я не понимаю, что это? Кто ты? А где наш дом? Я его остановляю. И он потух. Костер. Где он? Да я понимаю, что скоро вечер. А, вот тут. Нет. А где мы были? Наверное, вообще на другой стороне. Идем, идем, идем. Через поле. Здесь, наверное. Где-то. Ягоды. Ого-го. Пошли дальше. Вот тут где-то он был. Вечер. Где он, где он, где он, где он, где он, где он? Вот ту! Я ж сади. А вот он потух. Давайте костер новый. Вот. И можно на сегодня и закончить. А это зачем? Излечивать. А смотри. У меня резко лекарственный запах. А ты лекарь? Ничего себе. А зачем мне бревно? Я накормлю. Что это? Это что? Ловушка? Блин, не знал. Это что? Кострище. Факел. Ну это легко. Это что? Травяная броня. Тоже легко. Это что? Стой, подожди. Это что? Научная машина. А-а-а, вот что нам нужно. А это что? Венок. Пёрышки. Ладно. На сегодня хватит. Всем до встречи.